Это твоих рук дело? Можешь не отвечать. Я знаю, что это не ты. Ты ведь у нас лентяй. Интересно, кто же это потрудился? Вот я безголовый. Совсем забыл, меня ведь булочка ждет. Не понял. Куда делась моя булочка? Признавайся, Андрей, это ты сожрал мою булочку? Нет, это не я. Я так и знал. Получается, я был прав. У нас в квартире завелся монстр. Стоп, я ведь остался с ним один на один. О нет, мне срочно нужно спрятаться. Только куда? В холодильник я не влезу. Слишком жирный. Под кроватью очень страшно. Там обычно монстры обитают. Остается только один вариант. Фух, мое самое любимое место. Тут всегда безопасно. Ха, монстр идет со мной. Я обязан застать его врасплох. Стоп, Вадик! Коля? Фух, ну ты меня и напугал. Я думал, это монстр. Какой еще монстр? Проходи, сейчас тебе расскажу. Куда это мы собрались? За мной, мой верный друг! За мной! Я видел, что Вадику очень сыкотно, но отпустить его не мог. Ведь если я останусь один, то монстр сожрет меня первого. А такие шансы, что я смогу убежать. Когда рассказал Вадику свою историю, он не поверил мне и сказал, что все это сказки. Меня бесило, что мой друг смеется надо мной, но вскоре он пожалел об этом. Мы услышали странные звуки, и нам стало страшно. Так ты не шутил про монстра? Дурак, я что, похож на клоуна? И что будем делать? Он же нас сожрет. Не ссы раньше времени. Вот когда сожрет, тогда и будешь паниковать. Я предлагаю дать ему отпор. Запор? У тебя запор? Какой запор? Я говорю отпор. Пошли. Мы начали искать какое-нибудь оружие. Вадик взял ложку. Я рассмеялся и покрутил у виска. Ложку нельзя называть оружием. Вилка, вот это другое дело. Не бойся ложки, бойся вилки. Один удар, четыре дырки. Теперь мы готовы к беспощадной битве. Тихонько подкрадывались к монстру. А когда увидели его, были шокированы. Дедуля? Дедуля, дедуля. Странный звук, получается, был в игре? Получается, что так. Стоп! Деда, ты что тут делаешь? За тобой слежу. Андрей ведь уехал в командировку, попросил недельку пожить у вас. Ах, вот оно значит что. Андрей попросил. Ну, с ним я потом поговорю. Смотрю, ты уже приставку занял. Хорошо, что хоть чипсы мои не ешь. Почему не ем? Ем. Ах ты! Ты! Коля, ты! Коля, спокойно, не забывай. Монстр еще на свободе. Вспомни говно, вот и оно. За мной, Вадик. Да ладно, бабазина? Ой, Коленька, а я тут бутерброд принесла. Чего? Какой еще бутерброд? Ты прости меня, я сегодня до соли к вам дошла, увидела бутербродик, не удержалась и съела его. Да ты не переживай, я взамен свой принесла. Проходной двор какой-то. Бабазина, из-за вас я надумал, что у меня дома живет монстр. Так получается, никакого монстра нет? Нет, Вадик, пошли лучше в компьютер играть. Наркоманы. Жопа кривоногая! Здрасте. Ой, кажись, я посрался. Да, я тоже. Я вас всех сожру. Ты готов, дружище? Готов. Тогда в атаку. Пощады не будет! Это был очень грустный денек. Грустный он был не потому, что я сегодня пересмотрел «Титаник», и даже не из-за того, что Аркадий укусил меня за сральник. Нет, все дело в том, что мой брат заставляет меня браться за учебу. Ну а если быть точнее, браться за ум, которого хочет во время летних каникул напрягать мозги. Но у Андрея на этот счет свое мнение. Коляныч, Коляныч, скоро такими темпами первоклашка будет умнее тебя. И я не шучу, братан, серьезно. Пора получать знания, а не награды в играх. Андрей, я не тупой. У меня просто такой склад ума. Очкастый, твой склад, походу, ограбили. Не понял. Вот видишь, о чем я и говорю. Кстати, у меня есть много шуток про тупых людей, но я боюсь, что ты их не поймешь. Ты знаешь что? Что? Скоро я стану киборгом
Или как там говорится правильно? Может, ты имел в виду киберспортсмена? Да, буду участвовать в турнирах и совмещать приятное с полезным. Играть и бабосики зарабатывать. Ой, очкастый, не смеши меня. Вот когда я куплю гамбургини... Ты хотел сказать ламборгини? Да, я так и сказал. Вот тогда и посмотрим, как ты заговоришь. Ну ты меня и рассмешил, Коляныч. Я скорее поверю, что ты станешь балериной, чем киберспортсменом. Ламборгини, ой, юморист. Вот умеет Андрей все подпортить. Теперь настрой хуже некуда, но я покажу ему, на что способен. Стать киборг-спортсменом легче простого. Я ведь мастерски играю во все игры. Но сейчас я вас порву на мелкие кусочки. Ну почти порвал. Ладненько, попробуем еще разок. Давай, стреляй! Подстрели ему в вонючую задницу! Достала уже эта игра! Все! Бесит! Бесит! Да уж, я настоящий профессионал. Но ничего, придется немного потренироваться. Тогда у меня точно все получится. Я стану киборг-спортсменом. Я не мог спокойно пить чай. Мне очень хочется, чтобы у меня был умный брат, поэтому надо срочно что-то придумать. Коле уже давно пора браться за голову. Пришлось потратить много времени, но в конце концов я придумал, как заставить очкастого учиться. Вернулся к нему. Он продолжал играть в приставку. Я предложил заключить пари. Брат заинтересовался. Давай сыграем в футбол на желание. О нет, мы это уже проходили. Я как всегда проиграю. Коля, любое желание. Да ладно. Любое при любое? Да. Предположим. Я захочу твою тачку. Если я выиграю, то ты мне ее отдашь? Да. Ого! Заманчивое предложение. Стоп. А если я проиграю, какое будет твое желание? А это ты узнаешь чуть позже, когда я выиграю тебя. Ну что, ты готов? Готов побеждать тебя. Но пощады не будет. Ой, Андрюха, не смеши меня. Лучше готовься заказывать пиццу. Ты ведь про мою машину говорил. Уже нет. Тачку не хочу. Я просто проголодался что-то. А, ну мне так спокойнее. Не переживай, Коль. Даже если ты проиграешь, я все равно закажу тебе самую большую пиццу. О, вообще шикаргос. Ну запрыгивай. Сейчас из тебя тефтелю сделаю. Из тебя тефтеля получится лучше. Матч начался. Игра с самых первых минут очень напряженная. Как назло, я потерял мяч, и Коля забивает первый гол. Йо-хо! Да это проще простого. Даже Аркадий играет лучше тебя. Я просто даю тебе фору. Да-да-да-да, конечно. Не знаю, что со мной, но за первым голом сразу же последовал второй. Очкастый не мог нарадоваться, а я начинал злиться. А можно соперника посильнее? А то этот слишком легкий для меня. И тут, видимо, братан немного расслабился. Я прорвался к воротам и забил гол. Коля понял, что начал рано радоваться, сосредоточился, но было уже поздно. Я сравнял, счет 2-2. Брат был явно не в себе, и это сыграло с ним злую шутку. На последних минутах я забил решающий гол. 3-2 в мою пользу. Нет, быть! Получается... Я напрасно, ты знаю. Вот балбес. 7 на 8, 48.